Тут сход вагонов, он вообще, поэтому мы стояли, твою мать, развернулась. Да, тут вообще металлолом, этот самый лес, все перекорежило, валяется. Хер его знает, может, какую-нибудь диверсию делали. Ё-моё, ужас. А, тут бочка, наверное, может быть, она взорвалась, что там с ней случилось, потому что деревяшки какие-то все эти самые. Сгоревшие. И пожарники тут, и все. Ой, один вообще вагон разворотило. Он еще поперек пути валяется. Хорошо, нет? Ну, посмотрим, что с башкой. Если там с башкой все плохо, то... А где башка? Ее башки нету. А ее снесло, скорее, или убрали уже? Нет, не надо снести. 130 тонн весит, куда его снесет? Стоп! А почему поезд взорвался, ну, сошел на других рельсах, на других? Потому что он по другому пути поехал, ну, типа, не по нашим рельсам, а по другим. На ветку другую свернул. Ну, не на наших рельсах. Представьте, как у человека был стресс, когда он едет, там все вот это просто в разные стороны у него отлетает. Реально. Вон! Где? Где? О, офигеть! Мама! Он сломом упал. Это хорошо, что он по другому пути вообще поехал. Там людей нету. Да. Ну вообще-то есть. Два человека сошел. Thank you.